быстрее. Что за новый сериал вышел? Не, короче, это фарфоровая кукла. Что-то там не может быть такое... Вообще-то «Любовь с иголочки». «Любовь с иголочки», я не знаю. «Дятел». Ну какая разница? Это где... потому что правильный название. А я не ведаю в душе, как она правильно называется. Давайте мы еще «Атаку титанов» будем называть «Вторжением гигантов». Ага. Слушай, звучит. О, нет. О, блин. Короче, спасибо, ты... а вообще называется по-английски «My Dress Up Darling», да? Да. Ты про «Атаку титанов»? Да. Там же вот это вот. Там на титанов это шьют одежду, модельеры известные. Ну, короче, «My Dress Up Darling», «Любовь с иголочкой», как называется, это где, есть какая-то... Это где блондиночка такая, да? Сосная такая. Где вот с этим чокером. Да-да-да. Вот у меня весь ТикТок в ней. Она просто в ней... Такая она сосная, классная. Ирка ее сделала... Ты там озвучиваешь? Нет, по-моему, ничего не... Погоди, Ирка главная героиня там? Да. Нормально, режки работают. А, она режиссер, что ли, там? Да. Булат, ты что делать? Булат, Булат! Пиздец. Ой, пардон. А вы зачем так орёте? Вот это классное аниме «My Dress Up Darling». Посмотрите, оно шикарно озвучено. Я посмотрел отрывки в ТикТоке. Блин, Ирка звучит вот так вот восхитительно. На главного героя Гоша, по-моему. Наверное. По-моему, Гоша и тоже, блин. Ну, тандемщик очень сильный.